Кто сказал влюблен? Куда влюблен? 100%. Имеют привычку богатые, кто-то бедный. Нет. Родители все были против. Все умерли. Какая скала? Каля. Нет. Где скала? Где остальная бригада? Мы сейчас находимся на горе Высокий замок. Раньше тут действительно стоял замок, который до войны был разрушен. И с этого момента начались эрозионные процессы на этой горе. То есть пока стоял замок, то на склонах горы ничего не росло, и гора не подвергалась эрозионным процессам. Но после того, как был разрушен замок, был нарушен баланс горы, и начались неблагоприятные процессы, потому были на склонах посажены деревья. Старый район города Львова, и основными экологическими проблемами в данном районе является там протекала речка когда-то, и потом застроили дома на этой речке. Сейчас здесь много старых домов, и одним из
первых зданий, которое было здесь построено, это оперный театр. Проблема питьевой воды связана с тем, что центральная часть города построена на месте болот. Раньше в этом месте текла речка. Сейчас там находятся улицы Шевченко и проспект Свободы. Одно из первых зданий, которое построили на реке, был оперный театр. Это, кстати, было первое железобетонное здание в Европе. Сейчас эти улицы полностью застроены, и реки текут под землей. Хлебом. Хлебом. Не. Вам дышите, дышите тише. То вам больно. Достали будешь. Ага. Ну, пожалуйста. Я за вас переживал. Вот, самое главное. О, самый большой глоток. Оп.
Раз, два, три. Оля, сфотографируешь меня? Давай попросим нас сфотографировать. Дом ты меня, ладно? А я только этот домик могу спугнуть. Ну хорошо. Садиба. Калиба. И это Калиба.
Бежите, бежите.我们是快充。 Вот так, по той стороне. А можно зайти сюда, что там?